Сотрудники госнаркоконтроля по Чувашии провели очередную спецоперацию, в ходе которой был задержан житель Чебоксар. Его взяли с поличным при попытке сбыта наркотиков. Задержать наркоторговца удалось благодаря звонку на телефон доверия у ФСКН по Чувашии. Молодой человек уже не раз попадал в поле зрения наркополицейских. Неоднократно приобретал и продавал различные синтетические наркотики. В ходе обыска гаражного бокса было обнаружено около 400 граммов амфетамина в пакете с кулинарным тестом. Партия особо крупного размера предназначалась для сбыта в столице республики. Возбуждено уголовное дело. Проводится тщательная проверка по факту преступления. Теперь наркодилеру грозит пожизненное лишение свободы.